Добрый вечер. Тут один молодой человек задал мне такой вопрос, а что надо сейчас делать? Я бы хотел этот вопрос немножко перефразировать по-другому. Что сейчас не надо делать? Ну, я понимаю, задавал немножко молодой человек, так скажем, в перспективе. Я хотел бы просто напомнить, ну, историю, что ли, объяснить, что у нас сейчас происходит. Когда говорят, что Украина сейчас вернулась к 90-м годам, это действительно факт. Сейчас, на сегодняшний момент, то, что мы наблюдаем, там, курс доллара, инфляция, безработица, это 90-е годы. И вот желательно не совершать ту ошибку, которую некоторые люди совершили в 90-х. Потому что это действительно была ошибка. И потом, когда прошло время, уже после 2000 года, они, ну, как бы немножко в расстроенных чувствах были, что а почему же мы совершили? Так вот, давайте вот эту ошибку не делать. Что это за ошибка? Сейчас объясню. А смотрите, когда был Советский Союз, ну, были определенные, как бы, там, устоявшиеся правила, традиции. Ну, человек знал, завод, институт, КТБ, там, ну, какой-то там совхоз и так дальше. Он знал, райком партии. Он знал, я здесь работаю, здесь получаю зарплату, зарплата растет, там есть какие-то градации, куда расти, что делать, когда отпуск. Была определенная, как бы, ну, понятность ситуации. Потом это все рухнуло, все поменялось. Теперь смотрите, до Майдана тоже была определена, как бы, ну, градация жизни. Человек знал, о, работать в банке выгодно, работать, к примеру, там комбайнером не очень выгодно, или наоборот, там, кому нравилось. Токарем на заводе вообще, а вот, к примеру, продавцом в ларьке другая ситуация. То есть тоже существовала некая традиция, и вы понимали, где выгодно работать, где невыгодно, где, как делать карьеру, как расти, что делать, ну, там, свой бизнес, не свой бизнес и так дальше. Теперь после Майдана тут тоже все рухнуло. Сейчас мы фактически перезапускаем экономику, перезапускаем жизнь. Так само, как в 90-х годах. Это с одной стороны пугает, а с другой стороны дает возможность действительно по-новому, ну, знаете, как вот компьютер перезапускает, то же самое сейчас экономику перезапускает. То есть здесь может быть и положительный фактор. То есть вы можете по-новому перезапустить, ну, говорить, освоить новую профессию, раз. Поменять свои квалификации, не знаю, там, вообще радикально изменить свою жизнь, ну, традиции так дальше. Вы когда-то вообще там были на этой работе, стали бизнес. Наоборот, занимались бизнес, теперь пошли от чиновников. То есть здесь может все, что вот, не совершить самую главную ошибку. Сейчас повторю историю. Какая была самая главная ошибка людей 90-х? Люди привыкли к традиции. Ну, к тому, что там Советский Союз, там работа, зарплата. И когда в начале 90-х начало все валиться, вот, заводы начали останавливаться, то есть они как уже НИИ начали плохо работать, там, не знаю, государственные учреждения начали работать, там, полуживые. Но люди по традиции были уверены, что это временно. Вот они ходили на работу. Им не платили зарплату, но, правда, им обещали, что потом будет лучше. И они для себя формировали, да, потом будет лучше, сейчас месяц, другой, а вот через квартал будет лучше. Проходил год, второй, третий. И вот тогда, когда уже прошел этап, и, грубо говоря, вот эти шальные 90-е прошли, они посмотрели, что они потеряли время. Но действительно, смотрите, были моменты, которые некоторые умудрялись сидеть на таких заводах или там в то же НИИ до 96-95 года. В то время, когда некоторые уже сообразили, кто занялся бизнесом, кто пошел там, грубо говоря, даже в эту налоговую милицию, кто пошел различные там заниматься, как бы, двигаться в другом измерении, понимаете как? Вот самая опасная ситуация здесь. По этой причине, если у вас на работе вы видите, что, ну, так серьезно, пацаны, видите, что оно валится, не будет никакого лучше. Не надо верить, вот сейчас, этот месяц мы немножко вам авансом выплатим или не выплатим, месяц потерпите, через два заплатим. Не будет этого. Вот это будет величайшая ошибка. Не будет через месяц улучшения. Через, понимаете, все, что будет изменяться, будет годами смиряться. Поэтому, если вас сейчас не платят зарплату, обещают, то, скорее всего, за год тоже не заплатят. И по этой причине, чем дольше будут тут, ну, как бы, надеяться, тем больше вас будут затягивать. Но в то же время вы не будете делать что-то новое. Понимаете, что? А потом пройдет так. Вот прошел, два прошел, три прошел. Ситуация поменялась. Поменялась, ну, стране ситуация, а вы как бы остались старым. Вы потом и будете догонять, что же делать. Как делать? Типа, ну что там, я сидел и ждал, надеялся, а оказывается, надо было двигаться. Просто очень серьезно подумайте, куда двигаться. У каждого людей есть праздник. Я еще говорю, если вам нравится, можно действительно поехать пробовать за границу. Не нравится, не едьте. Это действительно на любителя. Но если вы видите, что вам подходит работа вот чиновника, дерзайте. Сейчас действительно за счет этих всех перестановок можно попробовать. Вам нравится там военные, еще полиция, но вперед, вперед, вперед. Не бойтесь, но вот были вы банкиром, стали полицейским, ну какая разница, но если это вам подходит.
были банкиром, стали, не знаю, там, создали свой бизнес или наоборот, работали токарем, решили прийти заниматься, скажем, торговлей. Давайте так. То есть здесь самое опасное вот пойматься в эту ловушку 90-х, когда вот кажется надежда, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Понимаете, оно уже не возродится. Если оно уже начало валиться, оно уже валится. К сожалению, здесь не будет. Будет новое. Я еще раз говорю, будет новое. Но вот старое уже не будет. То же самое, говорю, даже если вы какой-то работаете, вот, ну, машина Антонова работает. Все. Его только на металл. Все эти разговоры вот завтра нам дадут заказы. Это не для успокоения души. Вы сами же происходите, какие заказы. Или, к примеру, вы работаете в торговой сети, видите, что сокращают штат. То есть нет покупателей. Значит, начинаете прикидывать, что, в принципе, здесь, ну, держаться, что-то вы держитесь, но перспектив нет. И вот это надо себя учитывать. Ну и еще раз говорю, подумайте, ну, как бы, критично посмотреть, а что поменять? Сейчас можно менять, вот понимаете, вот как-то возраст должны, вы можете реально поменять. По той простой причине, что когда оно существует, знаете, бывает сложно менять, ну, уже какой-то задел, что-то сделал. А когда оно рухнуло, можно с чистого листа. Это ему уже тяжело, но может быть и очень интересно. Обращаешь внимание.